Короче, мы не узнали, сколько стоит топливо. Газолин, блин. Вот, непонятно вообще. Нету цен нигде, что-то не увидели. Наверное, фиксированная цена. Так что, наверное, и не пишут. Ну, то есть по умолчанию, короче, и так известно. Наверное, в интернете посмотреть можно. Кто-то говорил, что дешевле, чем вода. Бензин дешевле, чем вода? Не знаю, не слышала. Ну, или, может, это в других странах каких-нибудь. Я, кстати, с собой кубик несу в рюкзаке. Может быть, его надо сфотографировать? Пока нет, пока вечер. Ну, мы вечером... Меня вообще дубаи разочаровали. Я вообще разочарована. Я, как всегда, придумала себе город мечты и поехала в него и разочаровалась. Вот так всегда мне, это так обижает всегда. Следующая страна, в которую я хочу полететь, это Доминикана. Ну, чувствую, полечу туда 80 лет, чтобы раньше времени не расстраиваться. А Марокко? Марокко? Марокко тоже хочу, но что-то вот после Дубаи как-то... А я никуда не хочу. Ну, говорится, был бы повод, да, блин, хоть на Северный полюс, да? Нет, вот. Ну, что-то строят. Говорят, вот это, индусы, или как там, блин, арабы, короче, живут, работают, блин, в ужасных условиях, там, блин, жарко, блин, чуть там колючей проволокой все. Ну, короче, такие, ну, чуть ли не рабство, но это, как это называется? Добровольное рабство, о, как называется. Короче, люди, они сами хотят заработать денег. Всего лишь навсего. Фу, Машу надо фотографировать, я уже вспотел. Вот. Сможешь меня пофоткать? Да, да, могу. Только на мой телефон. Да, могу. Вот я хочу вот с этим зданием. Ну, давай, иди туда, я здесь. Я тебе дам телефон. Ладно, все.